чемпионате и первенстве Краснодарского края участвуют порядка 60 спортсменов в возрасте от 12 лет и старше. Они представляют Сочи, Новороссийск, Красноармейский район, Анапу, Краснодар, Майкоп и Геленджик. Стрельба проходит из классического и блочного лука. У нас стандартный соревновательный процесс. Два круга по 30 выстрелов, 60 выстрелов. Всего 600 очков можно попасть. Ну, такое даже в мире еще пока не попадает. Поэтому наши ребята попадают достаточно хорошо. 570-580 очков. Это очень хороший результат. От того, какие результаты спортсмены покажут на турнире, зависит их дальнейшая спортивная карьера. В турнирах участвуют как перворазрядники, так и кандидаты и мастера спорта. Полина Цицилина в этом виде спорта 5 лет и сейчас борется за право представлять наш край на всероссийских турнирах. Приехала на эти соревнования, чтобы отобраться в сборную края и дальнейшее выступать на всероссийских соревнованиях. Моя цель – попасть в 580 очков. Все соперники достойны, и мы будем бороться в хорошей борьбе. По итогам соревнований будет определен состав сборной Краснодарского края для участия в чемпионате и первенстве России. Турниры состоятся в феврале в городе Орел. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.